уничтожает целую колонну монстров. Ну что ж, попробуем. Так, окей, мы знаем, что хрустящий малыш и этот, как там его, ледяной, противопоказаны друг другу. Да блин, почему я не могу избавиться от этой дурацкой пилюли, ковчег 1? Я бы избавился от нее, никто. Наверное, он взорвал, кстати говоря. Кстати, по факту, ведь малыш Орликин может защитить. Если заметили, как вплотную зомби к нему приближается, он-то стреляет двумя слезами, но попадает в того, кто перед ним стоит, потому что слезы еще по сторонам не ушли. Прикольная особенность. Или, может, я уже брежу. Так, ну вот эти двое уже всегда, это абсолютно must have. Давайте через ледяного попробуем поиграть. Жалко, конечно, что я не могу в магазин пойти, только вот в определенные фазы, так сказать. Что ж, резиновый дух. Это, возможно, твой выход. А возможно, стоит сыграть через кубик мяса. Ибо почему бы нет? Давно я его, можно сказать, не использовал. Давайте попробуем. О, еще один мой любимый саундтрек. Ой-ё, телепорты! Ништяк, кстати. Тоже еще один из моих любимейших саундтреков из этого Repentance. Я его только одному могу поставить, так ведь? Скорее всего, так и есть наверняка. Power boost, который надо использовать. Открыли снежок. Надо по КД ставить, оказывается. Интересненько выходит. Ха-ха-ха.
Погнали. Это, кстати, может быть эффективнее, когда вот толпа вначале выходит такая. Просто её жмяк. Ой, жуть, руки! Ужасно, ужасно. Как против них бороться? Уже поздно свечи играть, да? Не так эффективная защита, как по мне. Успокоиться не о чем. Только чадов забирают, вроде. Так, куда наши эти пацаны подевались? Амазон. Ну, уже победа по-любому. За убийство лопатой. Окей. А сколько тут интересно уровней всего? Мини-Локи. Многомерный малыш. А, через него проходят слезы, они удваиваются, так ведь? Это может быть мощным подспорьем. Но его надо ставить далеко, чтобы он был максимально эффективен. Мы, кстати, ни разу... Смотрите, во, как D6 работает. Можем рольнуть малышей. Причем один неизвестный, кстати говоря, типа ты рандом выбираешь. Давайте многомерный. Так, да, все верно. Хорошо, что ты играл в Айзека и знаешь, как все тут работает. Так, ну ладно. Тогда в таком случае, пожалуйста. Так, морозчик, ага, теперь и против нас тоже будет твердолоб. И прошечерый отражает все атаки сверху. А, ну то есть резиновый дух против него неэффективен. Он и так не очень эффективен был, так что нормусик. Блин, конечно, хотелось бы больше 4 малышей ставить. Что-то походу такого здесь не будет. А как это работает? Надо одного на другого поставить, что ли? Желтый телепорт. Автор еще их и разукрасить решил. Волн.
Кнопочка ускорения игры есть тут. Прикольно. Камикадзе тут не взорвались. Так, бить волна. Что происходит? Ну-ка, давай. На подмогу. Так, где сердца? Чё так мало сердец, а? Только не малыши. Да, он еще и невидимго. Пойдет потеха. Говорил, чтобы мы малыша с пилюлями открыли, а чё он? Чё, его обезвреживает и замедляет, что ли? Кстати, если двух малышей таких поставить, получается, он четверяется слезы вот по итогу. Сейчас будет большая волна. Все. Все, что можно, максимально я сделал. Теперь все это максимально возможное просто. Кассия. Оно уничтожили? Их уничтожили. А какого хрена? Что произошло? Неужто эти морозники?
А, малыш Монго. А чё он будет копировать кого-то? Авель. Ну-ка, герол. Ха-ха! Вот не сработал нифига, да? Колючий малыш. На сетрон каждому, кто наступает на шипы. А, ну это прямая копипаста из ПВЗ. Окей. Ух ты, кшалотка. Ты кто такой вообще? Замораживающие снаряды. Ну что ж. Пук-пук. Пук. Блин, был бы у меня 500, я бы его пустил. А так, конечно, мех. Геймплей скучноватый становится с 4 малышами. Хочется 5-го уже, наконец. Тем более, сейчас после этой, получается, после этого уровня будет босс, по идее. 5 волн. 5 больших длиннючих волн. Кого брать следующим? Вопрос на миллион. Ну, многомерно себя хорошо показал. Опять по старой тактике играть изъезженной. Блин, тоже хочется чего-то другого. Может, вместо ледяного хрустящего малыша? Пусть горят. Да не, ледяные эффективнее себя показывают. Все-таки они их замедляют. А это значительно лучше, чем просто немного доп. Урона. Поехали. О, шипы. Но это для врагов очевидно. Они будут урон получать, наступая на них. Вопрос в том, сколько урона способен убить самого слабого. Точнее, самого обычного моба, правильно раздражает отсутствие здесь чарджера. Надо руку мамы призвать, чтобы кого-то забрать. Наоборот, он ставит туда что-то. Скорее, 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 деньги нужны. Из сердца. Каменное говнецо держится. Первая большая волна. Где вы там? Стеночка, давай продолжай держать тогда. Мне нравится. Ой.
понял. Я не знаю, что делать. Ну, чё, тут только вот так работать. Оборона наша будет долго держаться. Нужно просто сидеть и наблюдать. Ну-ка, давай, покажи двойную эффективность. Ясно, руки охотятся только на малышей. Чудовище. Ауч. О, ну чё, последняя волна близко. Фига. Сжала и ушла. А, хавай. Так, не понял. Остался один шпион. Но мы, ну, сделали это все. Ну что, босс? Трурун. Ох ты, что за пропасть какая-то. О, пригодится наш разворот. Лесенки. Туда не можем ставить. Вот прикол, а. Мама! Замораживай его, а. Нет! Блин! Дерьмо, а. Так и без потерь чарджеров, плиз. Так, одного по тупости потеряли.
Ладно, я понял, бездумно не ставим малышей на все линии. Не понял! А какого фига он? Да блин, а. Дерьмо, а. Дерьмо дерьмовое. Парил, а? Единорог. Нормально, законно так делать. Без договерда от прожжёбы фиолетово. Забавно. Убить не можете, что ли, а? Мы в дерьме. Понял, как полное поле, малыши не падают. Я не могу поменять свое оружие по факту. Что-то это и нам вредит. О, победа! Удивительно. Так, эта херовина что будет делать? Вы открыли больше способов играть! Ура! Что тут у нас? Морозная мята. Замораживает врагов, закусающих ваших подопечных. Докторская. Лучше пилюли, больше знаний. Заводной ключ, ручной запуск. Как подарок. Как раз для тебя. Давай. Давай. Пару золотых не хватает, а. Я хочу купить это. Чертенок. Стоять на короткое расстояние ничего не стоит. Ха. Бесплатно. Синий зал. Все, что ли? Выходит, мы прошли. А, все главы дважды за одну игру. А, ну это в духе же ПВЗ. То есть нам надо сейчас по новой пройтись, чтобы... Все тут посмотреть. О,
открылись знания о ХПшках их. Дыхание. Вот это, возможно, полезная будет штука. Так, ну извини, чертенок, конечно, мне не нужен. Это его хп все-таки. Это стоимость, наверное, потому что кубик мяса явно больше хп имеет. То есть, да, по факту, это сколько сердец он стоит. То есть, 3,5 сердца. Ведь каждое сердце 50 сердец, как бы, ну. В общем, поняли, надеюсь. Так, ладно. Чё? Придется пройти эти уровни все по новой. Их маловато, конечно. С другой стороны, это альфа, чего ты еще ждал? Мы можем их завести типа сами. А какого хрена это поменялось? Так, по-моему, самое интересное только начинается. Теперь тебе надо ориентироваться несколько на другое. Ну так, знаешь, чтобы не расслаблялся игрок. Ну, было в цифрах, теперь в сердцах измеряем. Ну что, давайте ускоримся тогда. Теперь мы знаем, что есть такая полезная штука. Я ее по факту так и не визанул. На этих уровнях сидеть. Кстати, это новенький враг. Его не было. Он бежал. Хотел печь. Ну что ж, все-таки уровни будут теперь несколько иначе выглядеть. Хорошо. Но при этом мы не получаем награды, да? По факту. Ладно. Что же делать-то, а? Эту игру всю прощупаю, раз уж начал. Ведь многообещающе. Надо бы еще подумать, как превьюшки к ней сделать. Так.
Опять камикадзе. Большая волна пришла. А где дублирующие малышки? Пора все продублировать. Полное происходит просто. Ой, блин, промазал, а? А, это уже и последняя волна, блин, прошли. А, ладно. Блин, чем мне не дает открыть-то новых малышей? Может, пора отказаться от ледяных и попробовать огненных, чисто ради разнообразия. 4 здоровые волны, ну что ж, понеслась.
Какого хрена полный рестарт произошел? Не понял. А как вернуть прогресс?